Узнала на днях о том, что есть кредит на приобретение или строительство дачного домика для сезонного или временного проживания. Кредит этот выдается сроком до 12 лет в белорусских рублях. Максимальная сумма кредита – это 100 тысяч белорусских рублей. Естественно, все зависит от вашей платежеспособности. Что касается процентной ставки по кредиту, значит, есть два случая. Первый случай – для тех, кто при строительстве дома использует конструкции, изделия, материалы белорусского производства или же нанимает на выполнение каких-либо работ юрлиц, индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы на территории Республики Беларусь. Для них будет ставка процентная считаться следующим образом. Ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта. Итого, получается, по кредиту у них будет ставка 12,75%. Для всех остальных категорий граждан ставка по этому кредиту будет ставка рефинансирования плюс 4,90 процентных пункта. Итого 14,75%.